Друзья, всем привет! Я хочу вам показать новую коллекцию фабрики Кико Орландо. В этом году фабрика насадила абсолютно новыми, красивыми, нестандартными моделями. Они придумали новый вид лабрикена, который украшает эту модель. Они используют новую тесьму с новой бахромой, новый бархат, в котором составе больше хлопка. Он уже идет менее блестящий, но выглядит очень благородно, красиво, ложится в красивые фалды. И я просто влюбилась в этот подхват ручной работы. Это все камни Сваровски, это сверкает нереально красиво, элегантно. Коллекция очень изящная, подходит для стиля контемпорари и неоклассика. Чем отличается эта фабрика? Это ее декоративными подхватами. Вот как на примере этой кисти, очень красивая кисть. Она декорирована такими листочками и украшена камнями Сваровски.